Вы только посмотрите, что делается. Баклажан — вкус грибов и называется этот сорт баклажан не просто так. Дело в том, что если вы пожарите этот баклажан, то вы почувствуете вкус грибов. Причем не только будет запах грибов, но и вкус. Раннеспелый, с тонкой кожицей, без горечи, высота растения 50-70 сантиметров. Что же написано здесь? Раннеспелый, 95-105 дней, сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 50-70 сантиметров. Плоды белые, цилиндрической или слабо грушевидной формы. Это, кстати, видно на фотографии. Масса этих самых плодов 200, а то и 250 граммов. Мякоть молочно-белая, без горечи, с нежным грибным ароматом. Кожица тонкая, ценные сорта, высокая товарность, отличные технологические и вкусовые качества. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии и консервирования. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 20-25 градусов. Ну что же, я надеюсь, мне удалось вас сегодня удивить тем, что есть вот такая диковинка — баклажан, вкус грибов. Если вы были удивлены, напишите об этом в комментариях. И поделитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями, родственниками или соседями по даче. Но, кстати, если вы уже сейчас хотите приобрести вот именно этот сорт баклажан, то по всему интернету искать этот сорт не нужно. Первая ссылка в описании под этим видео приведет вас в фирменный магазин «Семена База», в котором вы сможете приобрести вот этот самый баклажан «Вкус грибов». Баклажан «Вкус грибов» раннеспелый, с тонкой кожицей, без горечи. Одно удивление, сплошное удивление вместе с каналом «Лаборатория Агромера». Не забудьте поставить лайк и подписаться на это видео, чтобы продолжать удивляться вместе. Универсальная подкормка «Мера» для овощных культур «Вкусная красота» – это 5 ведер высокоэффективного удобрения с фульвокислотами и 12 микроэлементами. Препарат стимулирует развитие растений, формирование завязей и обеспечивает прирост урожая 40-50%. «Вкусная красота» заряжает ваш урожай витаминами, а вас – здоровьем.